Добрый день, меня зовут Дмитрий Цигура, я эксперт фирмы 1С по контрольно-кассовой технике. И хотел бы с вами сегодня поговорить о том, как же выбирать контрольно-кассовую технику. В 1875 году Дэвид Браун впервые запатентовал контрольно-кассовую машину. Основные задачи были это контроль персонала и упростить учет. Контроль и учет, да, эти две функции на протяжении более 140 лет до сих пор не потеряли актуальность. Государству, естественно, эти функции очень понравились, и касса в нашем государстве стала обязательным атрибутом. Так на какие же вопросы нужно ответить, чтобы выбрать кассу, да? Первое, это, во-первых, выбрать саму тип кассы, да, то есть касс очень много. Нужно, чтобы касса соответствовала вашим потребностям, вашей нагрузке, вашей производительности. Важно, как и с чем будет интегрироваться касса, потому что касса теперь это сложные компьютерные кассовые системы. На все эти вопросы мы сейчас попробуем с вами ответить. Первое, функциональность. Кассы бывают абсолютно разные, и в реестре их больше 163 штуки, и реестр постоянно растет. Кассы можно подразделить на разные составления. От простых кнопочных, которые позволяют нам пробивать товар по штрих-коду, либо по короткому коду, до фискальных регистраторов, которые уже интегрируются в компьютерно-кассовые системы. Появился новый тип касс, это смарт-кассы, да, которые объединяют в себе планшет в одном корпусе и кассовый аппарат, где все уже установлено вместе, а касса как, позиционируется как умные, и все уже учет товара, все можно вести на рабочем месте кассира. Есть специализированные кассы для интернет-магазинов, у которых нет печатающих устройств, которые предполагают встраиваться там в стойки ЦОДа и уже позволяют отправлять и фиксировать онлайн-чеки. Есть кассы, которые предназначены для вендинговых аппаратов, это отдельный раздел касс. У них есть печатающие устройства, но зачастую у них нет корпуса, потому что они встраиваются. Соответственно, от того, чем вы занимаетесь, вам сразу нужно определиться по функциональности. Какая касса вам наиболее подойдет? У каждой кассы есть технические характеристики. Это одно из самых простых, потому что это измеримо, это понятно. Вы сразу для себя можете составить там шот-лист, то есть то, где будет применяться, какие вам нужны технические характеристики и подобрать кассы. Соответственно, основные характеристики – это количество чеков в день и объем номенклатуры. Соответственно, вот в этой табличке легко спозиционировали по техническим характеристикам те кассы, которые где расположены. Соответственно, если вы выбираете кассу, которая не удовлетворяет вашим требованиям, вы просто там будете тормозить свою торговлю, будете терять деньги. То есть обращайте на это внимание при выборе кассы. Фирма 1С проводит очень большую работу. Заключается она в том, что мы сертифицируем кассы, то есть мы подключаем, интегрируем их в нашу платформу. Есть отдельный список, на котором вы можете посмотреть и выбрать те кассы, которые вы без дополнительного программирования сможете подключить в нашей конфигурации. В связи с переходом на НДС этот список постоянно обновляется. Гиперссылочка на экране, соответственно, QR-код – это для того, чтобы вы на мобильное устройство могли быстренько скачать эту ссылочку. НДС 20%. Да? Нас все знают, нас ждет. Касса теперь пробивает НДС. И мы можем… и производители поработали и в соответствии с законом доработали внутренние программы касс-прошивки. Некоторые производители это обновление сделали платными. Более того, некоторые производители сказали, что теперь постоянно, то есть обновление для контрольной кассовой техники теперь будет платное. Поэтому выбирая кассу, надо сразу же посчитать, да, сколько будет стоить ее содержание.
Для касс, которые поставляются через компанию 1С, стоимость обновления именно кассовой прошивки, вот она предоставлена на этом слайде. Тем не менее, есть кассы, для которых осталось бесплатно. Да? Это является не преимуществом этих касс. При выборе тоже обращайте на это внимание. Формат фискальных данных 1.0 утрачивает свою силу. И нужно еще проверить кассу на ограничения. Да? То есть некоторые кассы не поддержали новый формат фискальных данных 1.0.5, и, соответственно, с нового года их нельзя будет применять. Поэтому если вы выбираете кассу, обязательно проверьте, есть ли она в реестре, будет ли она актуальна с нового года. Когда мы приобретаем кассу, мы всегда видим там самый минимальный ценник. Да? Но в кассе есть еще фискальный накопитель. Он тоже стоит денег. Фискальные накопители бывают двух типов. Это на 15 и на 36 месяцев. Соответственно, в зависимости от вашего бизнеса вы можете применять только определенный фискальный накопитель. Это тоже влияет на цену. Когда вы считаете, там, выбираете кассу, обратите внимание. Еще нужно заглянуть чуть-чуть в будущее. Да? То есть, если вы торгуете товарами, которые подлежат обязательной маркировке, а планируется так, что выбытие этих товаров будет фиксироваться на кассе, то сейчас, выбирая кассу, надо уже предусмотреть, чтобы эта касса поддерживала работу с маркированным товаром. Потому что если вы сейчас приобретете кассу и через полгода выяснится, что на этой кассе вы не сможете пробивать маркированный товар, вам придется ее выкинуть и купить новую, более современную, более там подходящую кассу. Очень важно, да, стоимость внедрения. В принципе, когда мы, то есть, да, мы видим кассу, но касса, она у нас интегрирована, да, то есть ее нужно там подключить, настроить, ввести в эксплуатацию, нужно обучить персонал. Вот эти все вопросы нужно задать себе на момент выбора, да, то есть не приди, когда мы приходим, покупаем кассу, а потом на следующий день еще узнаем, сколько стоит ее запустить, а цена на внедрение в зависимости от кассы может отличаться на порядок. И причем этот порядок там превышает стоимость самой кассы, то точно так же может превышать стоимость внедрения, может превышать стоимость самой кассы. Поэтому, выбирая кассу, обязательно подумайте о том, кто будет запускать, сколько это будет стоить. И все это будет влиять на итоговую стоимость кассы. Точно так же касса, хотя обязательные договора ЦТО у нас отменили, но касса – это техника. Она ломается. Соответственно, эта техника, нужно проводить техническое обслуживание. Да, то есть у нее есть механизмы, которые нужно менять. Понятно, что это стало необязательно, но касса является сердцем вашего магазина. Да? То есть если ломается касса, у вас остановился бизнес. Поэтому это очень критический момент, и вы должны знать, в какую пожарную службу вы позвоните, если что-то у вас случилось с кассой. В принципе, для этого существуют договора сопровождения. Современные договора сопровождения подразумевают, там, что есть срок реакции, есть срок решения, и вы уже четко знаете, кто и когда придет к вам на помощь. Договора, естественно, платные. И, соответственно, это тоже нужно учитывать при выборе кассы, да, потому что стоимость сопровождения тоже может в разы отличаться в зависимости от того, какую кассу вы покупаете. Подходим к самому важному – это цена. Вы все занимаетесь торговлей, вы все прекрасно знаете, что мы вешаем самую минимальную цену, да, когда продаем товар, для того, чтобы привлечь к себе покупателя. Но так как вы прекрасно знаете, что такое цена, да, то для информационных систем рекомендую вам считать, соответственно, совокупную стоимость владения, да, которая учитывает и приобретение, и ввод в эксплуатацию, и использование своей кассы. Срок службы кассы 5 лет, поэтому считайте, то есть стоимость вашей кассы на 5 лет. Да, то есть если это фискальный накопитель на 13 месяцев, значит стоимость фискального накопителя умножаете на 5. Если это фискальный накопитель на 36, значит вам нужно 2 фискальных накопителя.
То же самое с договорами, то же самое с техническим обслуживанием. Примерно вот такой список вопросов, на которые надо ответить для того, чтобы правильно выбрать кассу. Задача непростая. В принципе, но она посильна, да, то есть для этого есть консультанты. Вы, соответственно, продавец, если чистый продавец, он же, конечно, вам об этом не скажет, да, его задача продать вам кассу. Но все вот эти вопросы вам надо задать для того, чтобы посчитать совокупную стоимость кассы и сделать правильный выбор. Специально для вас чек-лист, который вам поможет ничего не забыть, когда у вас наступит момент выбора кассы. Для того, чтобы упростить вам выбор, у нас есть специальный сайт torg1s.ru. На этом сайте, соответственно, представлено все оборудование, которое мы продаем, с характеристиками, с ценами, да, соответственно, с совместимостью, да, то есть с какими конфигурациями работает, какое оборудование с кем совместимо, где не потребуется дополнительных затрат и всего остального. Пользуйтесь нашим сайтом Torg. Все, что я рассказал, на самом деле, сейчас, это аксиомы, это букварь, да. Это то, что вы обязаны делать, то, что вы можете делать. Но будущее не в этом, да. Самый сложный вопрос, как выбрать, я на вам не отвечу, да. То есть для этого нужно пробовать, да. А у нас сейчас современный мир, современные технологии. У нас по МКАДу скоро запустят беспилотные такси от Яндекса. Там, ну, у каждого там в доме там появляется робот-пылесос, и вам по субботам утром не надо ходить с пылесосом. Поэтому нужно пробовать новые технологии. Скажите, кто знает, что 10 октября, поднимите руку, кто знает, что открылся новый магазин «Лаборатория»? Не знаете? О, ритейл знает. Ну, конечно, знаю. Правильное, да, правильное позиционирование – это пробовать. Пробовать новые технологии. X5 открыл специальный магазин, где все технологии, которые на самом деле существуют, там некоторые там, не знаю, электронные ценники уже больше 10 лет существуют, там RFID-технологии, там распознавание лиц, оценка покупателей, там много-много-много. Более 500 стартапов X5 заявляют, что они на этой площадке хотят проверить на практике, а именно практика подтверждает верность теории. Совет, мой вам совет, да, то есть берите свой бизнес, смотрите, что вокруг, какие технологии, мобильные устройства, все это вам доступно. И выбирайте для того, чтобы быть лидерами, новые технологии. Спасибо за внимание, Цигура Дмитрий.